Құрметті біздің ақ халатты абзал жандар, бүгінгі күні мына дүние жүзінде болып жатқан коронавируспен соғыста сіздердің еңбектеріңіз әсіресе өте зор. Сіздерді рухани қолдау мақсатында халықтан келесі тілектерді біз жинадық. Қабыл алыңыздар. Дорогие врачи, низкий поклон вам. Спасибо вам за вашу отвагу, за ваш героизм, за ваши большие любящие сердца. Вы, рискуя своими жизнями, спасаете других людей. Пожалуйста, берегите себя. Крепкого вам здоровья. Вы нужны своим детям, своим семьям и всей стране. Хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медбратьям, медсестрам, санитарам, другим работникам медицины за ваш труд в эти дни. Мы все сидим дома на карантине и даже не представляем, каково сейчас приходится вам. Вы, пожалуйста, держитесь, а мы сделаем все, чтобы вас не подвести. Спасибо, что спасаете нашу жизнь. Мы с вами. От всей души хотелось бы поблагодарить вас за ваши поступки, пожелать вам крепкого здоровья, также пожелать крепкого здоровья вашим пациентам, скорейшего им выздоровления. Здравствуйте, дорогие врачи! Желаю вам всем здоровья, благополучия, чтобы никто никогда не болел. Спасибо за ваш труд, и чтобы кто болеет, скорейшего выздоровления мы желаем. Дорогие наши доктора, медсестрички, нянечки, санитарочки, спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше терпение и милосердие к нам. Мы все становимся детьми, когда заболеваем. Спасибо вам за ваш труд. Мы очень рады, что вы у нас есть. Мы верим, что скоро все это закончится, и количество работы для вас уменьшится. Вы вздохнете, отоспитесь. Весна наступила, скоро будет тепло. Пусть будет конец вирусной инфекции. Дорогие наши любимые врачи, к сожалению, из-за работы дома сидеть не получается. И я вот топаю, но соблюдая все правила осторожности и безопасности. Спасибо за то, что вы делаете. Мы бережем свое здоровье для вас, чтобы у вас было меньше работы. Огромное вам спасибо за вашу смелость и добрые дела. Сегодня системы здравоохранения каждой страны мира сдают свой экзамен на готовность к новой опасности. И я уверена, что медики Казахстана успешно, с честью и достоинством пройдут, выдержат это испытание. Я считаю, что сегодня вы самые главные люди в стране. Крепчайшего вам здоровья, сил, терпения. Спасибо за ваш труд. Мы с вами. Өз бастарын қатергетігі жандарын салып, аянбай енбеге түжірген ақ қалатты абзал жандар, біздердің сіздерге деген ықыласымыз бен рахметіміз өте зор. Сіздер де аман сау болыңыздар. Дорогие наши медики Казахстана, я хочу поддержать вас, пожелать вам сил, терпения, мужества и поблагодарить вас за ваш героизм. Вместе мы справимся. Мы с вами. Дорогие врачи, медсестры и все те, кто напрямую сталкивается с эпидемией коронавируса в Казахстане, в это нелегкое время мы хотим выразить свою солидарность и благодарность вам и преклониться за ваш труд, пожелать вам сил физических, духовных, здоровья самим вам, потому что вам в первую очередь это надо, вашим близким, с которыми вы в контакте, да и те, кто бережется и тоже не в контакте, и, конечно же, пациентам, которых вы лечите, чтобы все быстрее страна победила эту пандемию и карантин наш закончился с минимальными потерями. Спасибо вам за то, что вы сейчас, не жалея себя, отдаете все самое лучшее, все знания, умения, мотивацию и помогаете другим гражданам Казахстана. Спасибо вам. Мы с вами. Бызбергемыз. Я хочу пожелать крепкого здоровья нашим врачам и всему медицинскому персоналу. Берегите себя, пожалуйста. Также хочу сказать, что мы дома, пока вы на работе. Благодарю вас. И желаем вам крепкого здоровья, устойчивости, энергии вам, много-много сил и терпения. В этот нелегкий период пусть Всевышний поможет вам и подарит лучики своего света, чтобы вы
были сильны, и ваши пациенты были здоровы. Здравствуйте, дорогие для нас врачи. Я желаю вам счастья, здоровья. Спасибо за ваш труд. Мы вас очень-очень ценим. Я желаю всем здоровья врачам нашего мира. И желаю всем-всем-всем благополучия. Всем доброго дня. Хотела бы выразить огромную благодарность всем медработникам за то, что вы у нас есть, за то, что вы уделяете свое сокровенное время, чтобы спасти людей, чтобы сделать жизни здоровыми. Благодарим вас. Хочу от всей души выразить большую благодарность нашим медсестрам, врачам Республики Казахстан. Сегодня вы вкладываете непосильный труд в борьбе с коронавирусом. Спасибо вам за нервы, за стойкость и за здоровье. Желаю всем врачам побольше мужества и сил, а всем заболевшим скорейшего выздоровления. Здравствуйте, дорогие наши врачи. Всем я желаю, всем-всем нашим врачам желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы вы добились своего, чтобы у вас на работе все было все хорошо, и чтобы вы лечили всех тех людей, которые болеют. И всем-всем-всем здоровья. Дорогие наши врачи, спасибо за то, что вы делаете. Благодаря вам мы чувствуем себя защищенными, мы чувствуем себя в безопасности, а это самое главное. Спасибо вам за ваш труд. Мы вас любим, мы вас благодарим. Мы с вами. Вместе мы сила. Конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления всем людям, которые сейчас находятся в больнице, за которыми ухаживают самые лучшие наши доктора. Здоровья вам, выздоровления скорейшего. Радуйте нас хорошими новостями.